Скажем сразу, победителем чемпионата СССР в мотогонках на льду стал шестикратный чемпион Сергей Чирцев из Ижевска. Соревнования традиционно проходили в столице Удмуртии. Здесь встретились гонщики из Читы, Кирова и Ижевска. Соперники давние и сильнейшие. Надо сказать, что Чирцев в этом сезоне идет вне конкуренции. Он выиграл все соревнования, в которых участвовал. На первенстве страны Сергей Чирцев набрал 30 очков из 30 возможных, завоевав золотую медаль и став семикратным чемпионом Советского Союза. Серебряные и бронзовые медали тоже достались ижевским спортсменам Вячеславу Такаеву и Владимиру Редькину.